Основа шиизма в том, что они признают, что якобы пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям оставил после себя преемником только Али ибн Аби Талиба. Слушай, Абдул-Халим, тебе нужно взять книгу и пристально изучить его, потому что ты говоришь абсолютную ерунду. Полный провал, тебе 100% заслуженная двойка. Давай я разложу все по полочкам и покажу тебе, что именно сказано в ваших источниках, а сказано там. Разве ты недоволен тем, что подобен для меня Харуну для Моисея? С той лишь разницей, что ты не пророк. Воистину, не подобает мне уходить, не оставив тебя своим наместником. Разве он не сказал, ты повелитель каждого верующего мужчины и женщины после меня? Ну что ты скажешь на это, Подхалим? Мой совет тебе, не лезь в споры, когда тебе не хватает знаний. Лучше сделай уроки и потрать время на изучение истории, чтобы впредь не делать глупых заявлений.